Всем привет, привет, привет! Вы знаете, что Faberlic — это компания, которая производит очень классную, очень крутую косметику. Косметику для лица, чтобы наша кожа была молодой, чтобы наша кожа была красивой. И мы много говорим о красоте, о здоровье и о косметике. И сегодня мы с вами поговорим о наших веках. Вы знаете, что кожа век очень тонкая, она увядает. И я открыла каталог Faberlic, чтобы посмотреть, какие же у нас есть продукты. Оказывается, продуктов для век у нас есть очень много. Мы сегодня поговорим о кремах и протестируем патчи для век. Кремов всевозможных у нас очень-очень много. Сейчас я покажу вам мои самые любимые. Я очень люблю этот крем Океаниум. Он очень хорошо питает кожу, восстанавливает ее. Это крем-концентрат. Если нужно быстренько реанимировать кожу, наносим его утром и вечером, и ваша кожа будет отдохнувшая и очень-очень свежая. И он очень хорошо ее питает, разглаживая при этом морщинки. Очень мне нравится вот этот крем. Этот крем у нас Трирол гель от отеков и темных кругов. Фишечка его в том, что здесь есть такие шарики. Мы выдавливаем легкий гель, наносим его на кожу, а шарики раскатывают, таким образом делая массаж. Этот Трирол гель прекрасно увлажняет кожу век, снимая напряжение, если вы работаете за компьютером. В принципе, даже можно носить его в сумочке и в течение дня увлажнять кожу век, если чувствуете, что она у вас немножечко устала. Из моих наилюбимейших кремов это гель век с муцином улитки из серии Айсюл. У него очень интересный состав, очень легкая текстура. Муцин улитки в составе обновляет кожу, восстанавливает ее, обеспечивает увлажнение. Мы очень много говорим об этом ингредиенте. Он на самом деле уникальный. Муцин улитки — это супер увлажняющее, супер омолаживающее средство. Я вам рассказывала уже в своих видео кучу различных историй, поэтому повторяться не буду. Есть видео про корейский уход, поэтому заходите там и посмотрите. Крем по текстуре очень нежный, полупрозрачный, очень легко наносится, очень круто увлажняет кожу. И знаете, что я вот подумала? Что если мы будем сегодня рассматривать патчи из корейской серии, это наша новиночка, сегодня они мне пришли, так что бинго, будем их пробовать. Серия Айсюл гидрогелевые. А также уже полюбившиеся нам всем патчи из серии Океаниум. И было бы очень-очень круто, если бы мы под эти патчи с вами нанесли наши крема. Что же такое патчи для век? Зачем они нужны? Для чего они нужны? Кто их нам придумал? Патчи для век — это, конечно же, корейская тема. В Европу их привезли именно из Азии. Они представляют собой такую маленькую запятую. Ранее мы их всегда наносили под нижнее веко. Но способов применения патчей очень много. Можно наносить и на межбровку. Можно наносить и на носогубные складочки. Также именно вот эти корейские патчи можно наносить и на губы. Для чего мы наносим патчи для век? Дело в том, что кожа век, она очень тонкая. Очень. И так как мы постоянно мимикрируем в течение всего дня, у нас получаются заломы. Вот здесь. И, допустим, вам лет 25-30, но под глазками могут быть очень-очень явные морщины. Из-за того, что вы постоянно активны. Ваше лицо в течение дня очень-очень активное. Эти патчи пришли на смену масок. Ранее у нас были кремообразные маски. Ну, ранее вообще кремообразные маски широко использовались. Наносился вот такой толстенький слой крема, и мы с ними ложились и отдыхали. Сейчас на смену этих масок пришли патчи. Эти патчи, они на гидрогелевой основе. Они намного лучше маски, потому что когда мы наносим патч на нижнее веко, все питательные вещества, которые находятся, весь тот состав, которым пропитаны наши патчи, они под вот этим слоем гидрогеля очень хорошо проникают.
И, кстати, на коже держатся они дольше, потому что кремовые маски, они очень быстро впитываются в кожу, а гидрогелевые патчи можно носить более чем 15 минут. Вы тоже можете дома одели наш патч и занимайтесь своими делами. Вы можете ехать в машине, вы можете ходить по дому, вы можете делать какую-то домашнюю работу, и они совершенно вам не будут мешать. Это очень крутые вещи, и сейчас мы будем с вами их тестировать. Так, давайте посмотрим патчи Океаниум. Вот они такие, достаточно крупные. У них есть ложечка. Вот этой ложечкой можно их вот так вот поддевать. Отделяете, здесь мы два патча подхватили. Отделяете патч и наносите его себе на нижнее веко, либо на межбровку, либо на носогубные морщинки. Вот, жидкости здесь очень много, и по плотности эти патчи очень хорошие. Эти патчи мы наносим. Если мы наносим их каждодневно, вообще даже рекомендуют каждый день наносить патчи. Почему? Потому что вы снимаете напряжение с кожи, вы ее увлажняете. Я уже говорила, да, что не обязательно на нижнее веко, можно и на другие части лица наносить вот эти патчи. И со временем, по истечению там 7-14 дней, вы увидите, как ваша кожа поменяется. Мелкие морщинки уходят, сухость уходит, и кожа приобретает очень красивый и здоровый цвет лица. Также в этой коробочке есть такая специальная крышечка. Вот она создает такой буфер воздушный. То есть туда не попадает воздух. Вот когда вы так закрываете, вот так вот прихлопните по ней, и она у вас полностью закрыта. То есть воздух выкачан, и вашим патчам ничего не повредит. Кстати, вот их артикул 0946. Так, а вот и патчи нашей серии ICO. Какие же корейцы все-таки молодцы. Они придумали и патчи, и тканевые маски. Здесь есть точно такая же ложечка для удобства, чтобы вам пальчиками не лазить и чтобы вам не заносить лишние микробы в вашу баночку. Боже, какая красота! Они еще и блестят. Ну, конечно, как же без блесток, как же без такой красоты. Вообще, вы знаете, что вся корейская косметика, она славится своими красивыми баночками, своим красивым дизайном, своим ароматом. В Корее в течение года изготавливается очень-очень-очень много новой продукции. И для того, чтобы как-то удивить потребителя, они делают акцент на красивые упаковки. Итак, значит, что у нас здесь? У нас патчи. По плотности я вам могу сказать, вот я вижу, практически такая же плотность. Жидкости тоже здесь достаточно. В принципе, патчи Океаниум, они тоже сначала были очень-очень погружены в жидкость. Но потом, так как я ими пользовалась регулярно, жидкости уже стало немножко меньше. Вот, а здесь жидкости достаточно много. Так, запах, что в одной баночке с патчами, что в другой, совершенно нейтральный, практически его нет, что очень мне нравится. Так, что у нас здесь написано? Гидрогелевые патчи созданы для нежной, чувствительной кожи вокруг глаз. Это говорит о том, что для нас всех, потому что кожа вокруг глаз очень нежная и чувствительная. Эффективно увлажняют кожу, эффективно разглаживают небольшие мимические морщинки, снимают отечность, препятствуют появлению возрастных изменений. Патчи созданы из специального биоматериала, гидрогеля, который оказывает освежающее действие, а также является отличным проводником активных ингредиентов, которые находятся в составе и способствуют проникновению их в глубокие слои кожи. Давайте посмотрим, что здесь в составе. В составе экстракт гнезд салангана. Это на самом деле очень ценный ингредиент, который насыщает кожу аминокислотами и макро- и микроэлементами. Это на самом деле очень важно. Это витамины, которые проникают внутрь нашей кожи. Воздействуют наши патчи, что одни, что другие, на самый глубокий слой кожи. Здесь есть пептиды. Они предотвращают и уменьшают морщины, укрепляют кожу, делая более молодой, гладкой, эластичной. И помогают повысить синтез белков, обеспечивающих плотность кожи.
а также хлорелла. Как же без нее? Она содержит большое количество протеинов и незаменимых аминокислот. Ну что, девчонки, на одно веко я нанесла патчи серии Океаниум, предварительно нанесла крем для век на нижнее веко и остатки распределила по верхнему. На второе веко я нанесла наш крем Асюл для век, распределила втаптывающими движениями, а остатки с пальчиков я распределила по верхнему веку и нанесла два патча. Что я могу сказать? Держатся они одинаково круто. Охлаждают они одинаково круто. Вообще, я даже не знаю, какие нравятся мне больше. Скорее всего, я буду заказывать и те, ведь по правилам хорошего тона нашей коже нужно каждодневное питание и каждодневные микро- и макроэлементы. А дать их могут маски. Поэтому патч – это полноценная маска для век, которую мы должны наносить каждый день. Так что пробуйте, выбирайте, кому больше нравится – зеленый или розовый, или два. По плотности и как они крепятся на коже – совершенно одинаково. Нравятся мне они. Не могу выбрать. Не могу выбрать. Очень классные. Усталость снимают однозначно. Утром будут снимать отеки, а к вечеру они будут снимать усталость. Не забываем, междовка, носогубки и кубик.